имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но мы в течение своей жизни хорошо знаем, когда мы где-то там дома или еще где-то у нас одни мысли, как приходим в церковь, сразу еще больше всяких плохих мыслей в голову лезет. То есть, когда мы приходим к Богу, дьявол нас пытается от Бога увести, хотя бы через помыслы. Чему это я? Потому что, когда человек с Богом, да, Бог есть единство, если человек с Богом, то эти люди едины, возникает целостность. Но дьявол тут же пытается эту целостность разрушить. Я еще раз напомню слово «дьявол», как переводится, имя дьявола, разделитель. Когда чем человек ближе к Богу, тем дьявол более противным, он пытается разрушить все это дело. Так вот, когда народ верующий живет по воле Божией, то есть верующий — это не как мы сейчас, я в Бога верю, я правда грешу, редко в храм хожу, редко, еще реже причащаюсь, но я верующий. Нет, вера — это довериться Богу, это жить по святой воле Божией, жить по заповеди Божьим и регулярно исповедоваться, причащаться, то есть совершать свои таинства. Тогда это есть верующие. Так вот, когда люди по-настоящему верующие, то они с Богом и Бог с ними. Этот народ единый получается, могущественный и целостный. И наоборот, чем человек дальше от Бога, тем больше рассеянный и суетливый. Так вот, когда наши люди, естественно, наш народ в течение истории подвергался постоянным нападкам со стороны нечистой силы в первую очередь. То есть за его веру дьявол, естественно, пытался разрушить с помощью различных идеологий, там, междоусобиц и прочего, прочего, прочего. И люди поддавались, теряли веру. И то, что пришли монголо-татары, а давайте вспомним, когда они пришли? Они пришли в скорости после Андрея Боголюбского. Ну как, не увязывать два момента. Ведь Андрей Боголюбский объединял разрозненные княжества воедино. Он создал великую начало той Руси, хотя он не царь, но, хотя он не коронованный, но, можно сказать, первый царь. Его убили, и наш народ получил наказание в виде нашествия монгол-татар. Мы знаем, что у нас монгол-татар — это 1380 год, в голове сидит, 1380. Отнимите 240, как раз получится эпоха Андрея Боголюбского. Мы получили наказание за то, что не захотели быть едиными, за то, что пошли на поводу у тех людей, которых свои другие корыстные интересы, которые служат другим силам. Причем не только духовным другим, в смысле нечистые силы, а еще есть силы, которые тоже посредники между дьяволом и народом. И вот, ну, чуть-чуть окунемся в историю. Мы в школе все учились в шестом классе, историю средних веков изучали, там какие-то тамплиеры, какие-то там войны, какие-то непонятные. А все очень просто. Шла борьба против церкви христианской. Масонские силы, а масонские, как сказать, антихристианские, коммунистические силы. Так? Они мутили всю историю средних веков. И на Руси то же самое было. Они мутили. Я не буду тут, потому что эта тема интересна, может быть, много и долго, но наша цель не история, а другое. Точно так же и в России. Нас все время пытаются разделить, расколоть. И под игом монгол-татар мы были 240 лет. И самое страшное, были полностью деморализованы, разрушены, морально убиты. Теперь сюда пример привожу. А. Уныние, отчаяние, тоска, депрессия и никаких надежд, никакого просвета. А еще представьте, всех мужчин убили, причем, опять, монгол-татары же не просто так. Там же замешан был и Запад в союзе с ними, точнее, не христианские западные силы, а вот эти тамплиерские, масонские, ливонские, тевтонские, прочие силы. Это все одно и то же. Это все одно. В разных странах по-разному называется, и в разные эпохи по-разному называлось. А суть одна. Служение дьяволу. И поэтому у них борьба, у них какая цель? Борьба с тронами и алтарями, то есть борьба с тем, что дал Бог. Естественно, какие-то лозунги там, мы наш мир разрушим, на новый построим, да, обломка. Это задача сатаны. Он сам создать не может, создать не может, он только хочет разрушить и свое сделать.
так и эти служители нечисти, разрушить Божие и попытаться свое построить. Поэтому монголы-татары не просто сами такие были нехорошие, они шли с подачи Запада. Там были связи, у них были соглашения, были подкупы, там много чего, во все не буду вникать. То есть это была большая экспансия на наш народ. И довольно, можно сказать, удалась. Потому что уничтожили всех мужчин, а как бы женщины не кичились, вот я такая крутая, я самостоятельная, она такая крутая, пока у нее муж есть. Такая деловая жизнь, пока муж есть. Заберите мужа, будет не в обиду. Жалкое, беспомощное существо. В унынии, в отчаянии, в тоске, в депрессии. Куда все подевается? Мужчины были все уничтожены. Почти все. Остались женщины. А татары какую политику исповедовали? Насилуют всех женщин, чтобы они рожали уже их, монгольчиков, татарчиков. И это, у них это работало безотказно. В других народах работало безотказно. То есть нация стиралась с лица земли. И они имели таким образом силу. На Руси делают то же самое. Естественно, все были в депрессии, в ужасе, в шоке. Никаких надежд на возрождение, на какой-то, ну хоть на что-то хорошее, надежд никаких не было. И вот два человека у нас нашлось, которые спасли Русь. Это Алексей Митрополит Московский, вся Руси, и преподобный Сергий Радонежский, которого мы сейчас чтим. Преподобный Сергий, ну то, что его молитвенный подвиг, это одно. Он молился, это понятно, это мы можем понять. Молился за весь род человеческий, за всю Россию, чтобы Господь... Но мы знаем еще и другое, что ему явилась Божья Матерь, с апостолами, между прочим, и сказала, что... с двумя апостолами, и сказала о том, что наш народ должен быть уничтожен. Вопрос, а почему? Это я уже не отвлекаюсь в сторону. Очень часто в жизни умер хороший человек. Ну как же так? Хороший человек такой. Где же справедливость? Он бандиты живут, развратники живут, алкоголики живут, наркоманы живут. Казалось бы, умер, живет, а хороший человек умер, и этот хороший умер. Где же справедливость? А справедливость в том, что Бог лучше знает, когда кому уйти из этой жизни. Когда человек достиг он какой-то высшей точки, а потом упадет, лучше сейчас с этой высшей точки забрать, чтобы он в рай попал, в вечной жизни. А если он сейчас достиг, потом упадет, уже безвозвратно, уже в рай он не попадет. Если мы пример с этим, с декабристом Пестелем, по-моему, слышали, да? Он болел, умирал, и мать просила, чтобы он остался жить, а Бог ей явил. Что с ним будет, если он останется жить? Что он отречется от Бога, посвятит себя сатане и кончит беспокоение на виселице. Прямая дорога вам. И мать умолила Бога оставить его. Ну и что, в ад пошел. Вот. Точно так же и нашему народу была судьба. Бог, когда мы были на максимальной точке своего духовного состояния, тем более еще страданий, да, Бог для того, чтобы спасти весь народ для вечности, промысел Божий должен был забрать. Но Бог знал, и что будет в Сергии преподобное, Бог знал, что будет вообще, конечно, Бог все знает. Поэтому Господь послал Пресвятую Богородицу преподобному Сергию. И она своим явлением, во-первых, его еще больше побудила к молитве, и он просил ее отменить это наказание для нас с вами. Отменить уничтожение нас с вами, нашего народа. Но я еще раз говорю, на примере, допустим, декабристов, мать попросила Бога, ну Бог пожалел его. Ну он-то сейчас где? В аду. А преподобный Сергий это понимает. Поэтому он себя принес в залог за нас с вами. Вот что мы не понимаем, оценить не хотим. Он себя приоставил, чтобы нас спасти. Мы об этом думаем? Нет? Не думаем. А мы дальше грешим. Дальше грешим. Точно так же, как мы Спасителя распинаем своими грехами, точно так же, как он усердно нас за наш народ себя в залог принес Богу, в обещание. Значит, мы его от Бога пытаемся отторгнуть.
И еще подвиг преподобного Сергия. Как бы ни было плохо, как бы ни было тяжело, он на всей Руси активно созидал монастыри. И куда ни пойди, а там, оказывается, преподобный Сергий обосновал. Пойди в колонию преподобного Сергия, пойди туда преподобного Сергия, пойди на север преподобного Сергия, пойди туда же, даже свой, куда ни пойди. Али, куда ни пойди, везде ученики преподобного Сергия. Это одна сторона. Другая сторона. А попробуйте основать кто-нибудь монастырь. Попробуйте храм построить кто-нибудь. Попробуйте. А они делали. Он делал. Это какая духовная сила, духовная энергия и какая любовь к народу и любовь к Богу. Потому что храм строить никогда никто не хочет, всегда денег нету. И он основал сколько монастырей, не сосчитать. Потому что монастыри – это духовные маяки. Храмы – это духовные маяки. То есть, куда человек пойдет, особенно в горе, в несчастье, женщина. Убитая, вдова, там изнасилованная. Ребенок уже от какого-то там ангола, какого-то татара и так далее. Полностью раздавленная. Куда пойдет? Только в церковь. И преподобный Сергий через эту систему всех сумел убедить, что мы все равно русские, что мы все православные, самое главное, православные. И что мы должны бороться с врагом. И из этих вот уже рожденных он сумел создать армию, которая победила, свергла. И еще историки, вернее, ученые, и генетики, и антропологи изучали там те народы, которые перемешались. Значит, да, они имеют черты и того народа, и другого народа. Мы перемешаны больше, чем кто-либо с монгол-татарами. Но антропологи изучали, и в костях, и в останках, и в наших с вами чертах, оказывается, нет ничего монгол-татарского. Это о чем говорит? О том, что сила духа, она главнее. Что русский дух победил монгол-татарское насилие. Что русский дух победил гены монгол-татар. Захватчик. О, какая сила была. Так преподобный Сергий возродил наш народ. Соответственно, каждый из нас с вами. И как он тогда дал жизнь, так и сейчас дает. И точно так же, как тогда до него враги разрушали наше государство. Они сейчас разрушают. Что мы видим же? Нет уже той страны, которая была. А сейчас и Украину разрушают уже опять, которая отделилась. Россию разрушают уже. На несколько кусков уже там программы есть. А мы все живем, почиваем, отдыхаем, развлекаем. Все хорошо. А враги знают это. У нас иллюзии комфорта, иллюзии отдыха. А чтобы отдыхать, надо сделать, что устали, чтобы хотели расслабляться. Когда нас выматывают, заматывают, так, чтобы больше отдыхать, чтобы некогда было нам думать, некогда было молиться, некогда нам церковь. Бог не молились, чтобы о своем отечестве не думать, о своем народе, о своей душе, чтобы не думали. Тут же новости, тут это, тут пятое, тут десятое. Нас уводят. Так вот. И тогда уводил. Мы были такие люди, как преподобный Сергий, или святой митрополит Алексей, Московский, Сергий Руси. Так. И мы не должны уводиться. Мы должны помнить тот подвиг, который он совершил для нас, за нас и ради нас с вами, ради нашего Отечества. Мы сейчас, у нас тоже иго. Нас тоже разделили, расчленили. И друг с другом еще справляют. Если тогда люди еще хоть между собой были, мы же и между собой жить не можем, нас в гордыню поселили. У нас в семьях вот так, родители, дети вот так. Друг друга слышать не можем, потому что у нас гордыня, каждый хочет говорить. Но любви у нас не хватит, потому что мы раздражаем друг на друга. И так дальше, гордыня. Так вот, преподобный Сергий нам пример. Во-первых, во-вторых, укор. И в-третьих, он-то молился. Умолил Пресвятую Богородицу, чтобы Господь оставил нас не для того, чтобы мы были с вами